За период с апреля месяца по настоящее время в Кашхабльском районе было зарегистрировано 15 выездов на загорание и 8 пожаров. Один из них – это комбайн «Дон» на сельскохозяйственном поле. Также было зарегистрировано 2 выезда на загорание пожарных остатков, а именно стерни на сельхозполях. Граждане были привлечены к административной ответственности. Посоветую всем владельцам полей, руководителям КФХ обратить особое внимание на выжигание пожарных остатков, так как штрафы большие. Также граждане и гости Кашхабльского района, будьте предельно внимательны с обращением с огнем, дабы не случилось каких-нибудь трагедий. Хотелось бы еще отметить, что с 18 июля 2016 года на территории Кашхабльского района был введен особый противопожарный режим, в связи с чем штраф увеличится в 2 раза.